Когда в начале 70-х думали о перспективах дальнейшего развития перерабатывающей промышленности, рассматривали три варианта. Первый – увеличить мощность АНОВ-2 до 14 миллионов тонн концентрата в год. Второй – довести мощность АНОВ-2 до 12 миллионов тонн и построить АНОВ-3 на 2 миллиона тонн. И третий – построить АНОВ-3 на 4 миллиона тонн концентрата в год. Тогда наиболее экономичным сочли первый вариант. Но позднее стало ясно, что вторую фабрику дальше расширять нельзя, а первую в ближайшем будущем предстояло закрыть. АНОВ-3 должна была отвечать самым современным требованиям охраны окружающей среды и техники безопасности. К тому же фабрика рассчитывала на руду с новых месторождений – Нерк-Пахка и Оленьего ручья, которые Апатит планировал в дальнейшем разрабатывать. А руда эта отличалась низким содержанием оксида фосфора – всего 11-12% против 32-34% в богатой руде. Так что предусматривались современные технологии обогащения концентрата. Также в случае разработки Портамчорского месторождения планировали построить еще одну обогатительную фабрику – АНОВ-4 в районе станции Имандра. Этот район был выбран из-за близости с Портамчором и Куэльпором. И вот 4 марта 1979 года началось строительство АНОВ-3. Третья фабрика отличалась от предыдущих более высокой степенью автоматизации и более современным оборудованием. Кроме того, на промплощадке новой фабрики планировали построить глиноземно-цементный завод. Этот проект соответствовал планам комплексного использования и переработки руды, но так и остался нереализованным. Декабря 1984 года новая фабрика открылась пуском дробильного корпуса. Сначала мелкодробленную руду с АНОВ-3 отправляли на дальнейший передел на АНОВ-2, так как ввод мощности фабрики происходил по мере строительства новых корпусов. Летом 1988 года были введены мощности по производству 3 миллионов тонн концентрата в год по полному технологическому циклу. Затем была достроена вторая очередь, а строительство третьей очереди фабрики до ее проектной мощности 8,8 миллионов тонн концентрата в год по экономическим причинам было заморожено. В 1996 году фабрика была законсервирована на 3 года. Снова АНОВ-3 заработала 22 июня 1999 года.